Торжественная церемония, приуроченная ко Дню спасателя, открылась гимном Российской Федерации. Служение своей стране и ее гражданам – вот что объединяет всех сотрудников, работающих в МЧС. Поздравить героев с профессиональным праздником и вручить награды лучшим сотрудникам приехал глава Ленинского района Валерий Венцель. Вы действительно, выполняя свои служебные обязанности, рискуете своими жизнями. Вы являетесь именно теми людьми, которые первые приходят на помощь нашим жителям. Я в первую очередь хотел бы выразить слова искренней благодарности за ваш нелегкий, но поверьте, такой необходимый для всех нас труд. А саму суть этого труда, как нельзя точно, отражают три слова: предотвращение, спасение, помощь. Таков девиз Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации. Спасатели и пожарные ежедневно идут на укрощение огненной стихии и спасение человеческих жизней, часто рискуя своей собственной. Все это требует храбрости, отваги, эмоциональной устойчивости и самопожертвования. Именно такими качествами обладает Владислав Каменев, воплотивший мечту своего детства – стать пожарным. Уже 17 лет он спасает людей, но каждый раз перед выездом на место происшествия думает только об одном. Первая мысль – выезжаешь на пожар. Как бы, естественно, лишь бы ничего серьезного, лишь бы не дети там, и не массовое скопление людей. Хочется приехать, чтобы все закончилось быстрее. Ни на сутки, ни на двое. Недавно я был в Подольске по второму номеру. 15 часов на морозе. Завод. Были пострадавшие. Ну, хорошо, все обошлось. И таких выездов не счесть. Это каждодневная работа, будни спасателя. Владимир Князев – один из старейших сотрудников Мособлпошспаса. С высоты прожитых лет он невероятно точно рисует портрет человека, чье призвание – спасать и помогать в самых тяжелых ситуациях. Должен быть серьезным, ответственным товарищем. Ну, как сказать, это может казаться банальным, но ну, и смелым, с какой-то дерзостью. Потому что бывают такие моменты, вот, ну, другой вот скажет, я не полезу, там все такое, а нет. Большинство идут, лезут, знают, что могут и погибнуть, все, ну, человек спасает. А значит, нам бояться нечего, ведь в случае непредвиденных ситуаций нам всегда на помощь придут спасатели, настоящие профессионалы своего дела. Екатерина Коваленко, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ.